Вести Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, в студии с новостями республики Умар Текиев. И вот некоторые события. В гимназии номер 1 аула Псыж завершен капитальный ремонт. Наурус Лепшоков возглавил Верховный суд республики. В регионе появятся передвижные избирательные участки. В Черкесске до 1 сентября заменят около 250 дорожных знаков. Далее об этих и других темах подробнее. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в своем официальном телеграм-канале сообщил о завершении капитального ремонта в гимназии номер 1 аула Псыж. В конце зимы прошлого года, по моему поручению, школу включили в программу развития образования. Она была построена в середине прошлого века, и со временем пришлось закрыть один из корпусов. Это и стало причиной того, что детям приходилось обучаться в две смены. Сейчас эта проблема решена. В здании проведены масштабные работы. Укреплен фундамент, заменены несущие стены, перекрытие, кровля, отопительная система и другие коммуникации. Сделан косметический ремонт в кабинетах. В обновленном корпусе расположилась начальная школа, где будут обучаться около 300 детей, написал глава республики Рашид Тимрезов. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому в ближайшие 6 лет Наурус Лепшоков будет руководить судебной системой республики. Ранее Наурус Абрикович возглавлял Черкесский городской суд, а Верховным судом руководил Руслан Семенов. Наурус Лепшоков пришел в судебную систему Карачаево-Черкесии секретарем в 2007 году. В 2011 году стал судьей Черкесского городского суда. Последние годы работал судьей в Верховном суде республики. Отметим, новых судей получили кассационные суды общей юрисдикции, верховные суды республик, краевые и областные суды, а также военные и арбитражные суды. В Общественной палате Республики состоялся круглый стол, посвященный вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда». По программе благоустройства должно быть закончено до 1 декабря. На сегодняшний день благоустроено 15 дворовых и 5 общественных территорий. В настоящее время работы проводятся еще на 45 дворовых и 8 общественных территориях. К концу месяца планируются плановые проверки для мониторинга проведенных работ на общественных и дворовых территориях, отметил руководитель Центра ЖКХ «Контроль» Анатолий Барков. Всего в республике до конца 2024 года будут благоустроены около 500 дворов и 150 общественных территорий по проекту формирования комфортной городской среды. В Карачаево-Черкесии продолжается прием заявок на конкурс «Гранты Росмолодежь» второй сезон. Победители получат до 1 миллиона рублей на свой социально значимый проект. Конкурсы проходят по 15 номинациям в заочном и очном форматах на более чем 70 молодежных площадках. Конкурсы направлены на вовлечение молодежи России в возрасте от 14 до 35 лет в творческую деятельность и социальную практику, а также на повышение гражданской активности, формирование здорового образа жизни и раскрытие потенциала молодежи в интересах развития страны. Об этом сообщил министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. Здесь следует отметить, что есть такие номинации, как «Создавай возможности». В рамках данной номинации это проекты, которые направлены на оказание содействия, занятости и успешность самореализации молодежи в профессиональной деятельности. Данное направление, данная номинация является одной из наиболее важных, одной из наиболее приоритетных и интересных, на которую я со своей стороны хотел бы обратить особое внимание молодежи Карачаево-Черкесской Республики. Затем, помимо этого, есть номинации, направленные на поддержку инициатив в сфере добровольчества. Это такие номинации, как «Объединяй» и «Мы вместе». Следует обратить внимание на то, что в рамках данных номинаций могут получить поддержку как добровольческие движения в лице их лидеров, которые будут подаваться как физические лица на данный грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодежи, так и представители общественных объединений, не зарегистрированных как некоммерческие организации, участники которой также могут принимать участие как физические лица, граждане Российской Федерации, в грантовом данном конкурсе, о котором мы с вами в настоящее время говорим. В Карачаево-Черкесии полным ходом идет подготовка к единому дню голосования. В избиркоме сообщили, что помимо стационарных в республике появятся передвижные избирательные участки. Они будут задействованы в том случае, если по каким-либо причинам избиратели не смогут попасть в помещение для голосования.
На этот случай муниципалитеты, где в сентябре будет избираться депутатский корпус, предоставят необходимое количество автобусов, а избирком оснастит их всем необходимым для процедуры голосования. Информацию комментирует председатель территориальной избирательной комиссии по городу Черкесску Мария Алакаева. Одно дело подготовить мобильные избирательные участки, но также мы должны подготовить и людей нашей участковой избирательной комиссии для того, чтобы они правильно выполнили переход голосования с стационарного избирательного участка в мобильный избирательный участок. Для этого в рамках обучения наших участковых комиссий мы обучать будем и данному механизму. Данный порядок использования мобильных резервных избирательных участков утвержден постановлением нашей избирательной комиссии Карачаево-Черкесской республики, и в обучении мы будем использовать именно этот порядок. Естественно, в приоритете здоровье и жизнь избирателей, затем очень важно избирательным комиссиям сохранить документацию и затем, насколько это возможно, оперативно продолжить голосование уже на резервных мобильных избирательных участках. Министерство промышленности, энергетики и транспорта республики окажет финансовую помощь промышленным предприятиям региона. Это будет своего рода компенсация на оплату процентов по кредитам, взятым после 20 апреля, на пополнение оборотных средств и потраченных на закупку сырья, топлива, незавершенное строительство, готовую, но нереализованную продукцию. Об этом расскажет заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта республики Юмарана Тиунаева. Мы понимали, что есть какие-то непредвиденные затраты у предприятий. И, возможно, даже что-то они взяли из тех средств, которые они планировали пустить в оборот, вот в оборотные средства на закупку сырья. Возможно, они направили на то, чтобы закрыть обязательства, например, по договору, где уже, например, эти обязательства были увеличены в силу увеличения ключевой ставки. И это пошло, возможно, в ущерб, опять-таки, средствам, которые были изначально запланированы на закупку сырья. Мы как раз-таки вот этой грантовой поддержкой планируем компенсировать и поддержать предприятия. В рамках конкурса «Лучший учитель» 4 педагога смогут получить по 200 тысяч рублей. Преподаватели будут оценивать по их достижениям. Участвовать в конкурсе могут учителя со стажем не менее 3 лет. Подробности сообщила министр образования и науки региона Инна Кравченко. Республика принимает участие в данном проекте. Это премия на присуждение лучшим учителям за педагогические достижения в размере 200 тысяч рублей. В этом году у нас будет 4 победителя. В настоящее время у нас ведется прием заявок и необходимых документов для участия в данном конкурсе. После того, как прием будет завершен, будет работать отборочная комиссия, и после будут уже объявлены результаты. Участвовать в конкурсе могут все педагогические работники, стаж которых в образовательных организациях не менее 3 лет, имеется нагрузка не менее 18 часов в неделю, то есть это ставка у педагогических работников, и есть определенные достижения как в учебной, так и во внеурочной деятельности. Представители негосударственных организаций в сфере культуры Карачаево-Черкесии смогут пройти обучение основам социокультурного проектирования и основам управления в некоммерческом секторе в культуре в рамках творческой лаборатории Школы культурного форума регионов России. Она проходит в эти дни на базе Национальной государственной библиотеки имени Халимат Байрамуковой. Министр культуры Карачаево-Черкесии Зураб Акгербов рассказал, что мероприятие поможет деятелям культуры из смежных областей создавать проекты, подавать заявки на гранты и получать финансовую поддержку. По результатам работы в Карачаево-Черкесии планируют создать площадку для комплексного развития потенциала негосударственных организаций. В Казани состоялась обучающая стажировка по развитию серебряного добровольчества, в которой приняли участие 20 человек, занимающихся этой деятельностью в своих регионах. Карачаево-Черкесию представила руководитель регионального центра серебряного волонтерства Екатерина Борисова. Результатами стажировки станут волонтерские инициативы, которые планируется внедрить в регионах участников в течение полугода. Екатерина Борисова для реализации в рамках деятельности центра серебряного волонтерства в Карачаево-Черкесии выбрала 2 практики – проект «Игры Лото России» и проект «Сказки для и про особенных детей».
Ученик клуба «Будущее Кавказа» Ахмат Хасанов выиграл грант в 1 миллион рублей по итогам форума молодых политологов России «Дегория» на реализацию проекта «Караван дружбы Кавказ». Результатом реализации проекта станет создание интернационального движения «Российская дружба». Его деятельность будет направлена на адаптацию иностранных студентов в университетах и продвижение российских ценностей среди молодежи. Об этом рассказал Ахмат Хасанов. Являюсь победителем грантового конкурса, который проводился в рамках 4-го форума молодых политологов России «Дегория». Мой проект называется «Караван дружбы Кавказ». Он направлен на взаимодействие с иностранными студентами. Целевая аудитория нашего проекта – это в основном иностранные студенты. В столице Карачаево-Черкесии в целях обеспечения безопасности на дорогах к осени будет заменено порядка 250 дорожных знаков. До 1 сентября в городе поменяем и установим дорожные знаки. Это сделает более безопасным и удобным движение по улицам Черкесска. Кроме того, по традиции мы освежим существующую дорожную разметку. Ранее в Черкесске были заменены 4 последних ламповых светофора. Об этом написал в своем телеграм-канале мэр Черкесска Алексей Баскаев. Он акцентировал внимание на том, что дорожные знаки около школ и детских садов соответствуют всем требованиям. Сотрудники отдела уголовного розыска МВД России по городу Черкесску разыскивают Мамаеву Зарему Магомедовну, 1989 года рождения, и Зверева Константина Александровича, 1985 года рождения, жителей республиканской столицы. Данные лица подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 7 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в особо крупном размере». Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить по телефону 8-988-612-95-90 или в любое подразделение полиции 02-100-102. С 25 по 27 августа в столице Кабардино-Балкарии впервые пройдет масштабный музыкальный фестиваль «Кавказ Мьюзик Фест», в котором примут участие популярные артисты российской эстрады и регионов Северного Кавказа. Карачаево-Черкесию представят государственный ансамбль танца Карачаево-Черкесии «Эльбрус» и заслуженный артист Карачаево-Черкесии Ринат Джанибеков. Предполагается, что фестиваль посетят тысячи жителей и гостей Кабардино-Балкарии из разных уголков страны. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 23 метров в секунду. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27, плюс 32, в горах местами до 24 градусов. В Черкесске днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха до 30 градусов. Штормовое предупреждение. 18 и 19 августа местами в Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 метра в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах сход сели малого объема. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Тикеев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама. Индустриально-технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без сдачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежитие, отсрочка от армии, с получением профессии. Техники грузовых и легковых автомобилей. Автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21-17-25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты! Вы слушали «Радио России. Карачаево-Черкесия». До новых встреч!